В финале школьной баскетбольной лиги сезона 2015-2016 участвовали сильнейшие в республике команды юношей и девушек. За первое место боролись спортсменки из Бирска и Баймакского района и ребята из Белорецка и Белебея. С каждым годом участников лиги становится все больше. Только в этом году на паркет баскетбольной лиги вышли более 45 тысяч школьников республики. Начинали мы с 16 регионов. И постепенно уже как приходили письма, желания, вот на сайт прислали, что хотят участвовать. И то есть сейчас это уже разрослось до 64 регионов. Борьба за обладание титулом чемпиона республики и право выступать в финале Приволжского федерального округа шла серьезная. В итоге лучшими были признаны девушки из Баймакского района и парни из Белебея. Кроме спортсменов, пятый год подряд свои награды получают и журналисты, которые освещают соревнования в рамках лиги КСБаскет. Любой вид спорта без пресса – это не спорт. Мы считаем, что у нас очень большой проект КСБаскет, очень много участников, и нам очень хотелось бы, чтобы о ребятах в районах, в деревнях, в городах знали. Федерация баскетбола республики отметила победителей в таких номинациях, как лучший интервьюер, лучший видеооператор, лучший аналитический материал, лучший стендап и другие. Работы корреспондентов телеканала Next TV были отмечены в категории «Лучший новостной сюжет». В эфире телеканала Next TV выходит множество сюжетов на спортивную тему. И эта награда говорит о том, что мы работаем не зря. А сейчас хочется обратиться ко всем школьникам городского округа. Занимайтесь баскетболом, вступайте в баскетбольную лигу КСБаскет, а мы обязательно расскажем об этом. Лилия Ахметова, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник».